где бы вы ни жили, в загородном доме или благоустроенной квартире, в постоянно обитаемом помещении хочется создать атмосферу, дарящую комфорт и отличное настроение. И сделать это без помощи комнатных растений очень сложно. Необычное растение филандра сделает любой уголок вашего дома экзотичным. Красивое комнатное растение, и зацветает оно только тогда, когда большая часть комнатных растений готовится к периоду покоя. Цветет она прекрасными желтыми или золотистыми цветками. Имеет очень красивые, большие, пестрые, окрашенные листья, которые прекрасно смотрятся и без цветения. В уходе растение довольно привередливое. Для филандра нужна нормальная температура 20-23 градуса. Растение любит яркое освещение на протяжении всего года, даже зимой. Хорошим освещением для растения может быть только место на подоконнике. В паре с другими комнатными растениями афиландра не уживается. Она любит повышенную влажность, и значит, ее нужно очень часто опрыскивать. Пересаживают афиландру каждый год весной. Землю для нее нужно готовить рыхлую, с хорошей влагой и воздухопроницаемостью. При создании композиции нужно учитывать, что каждый цветок должен находиться в подходящей для него почве и в своем горшке. Обязательным условием по уходу за растением является обрезка. Обрезку нужно проводить в конце зимы до начала сильного роста. Пользуясь рекомендациями нашего канала, вы обязательно вырастите красивое и здоровое растение. Оставайтесь с нами!